Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан выражается слова глубокой благодарности президенту нашей страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за принятие такого важного для бизнеса решения, как отмена лжепредпринимательства. По этой статье как бы многие наши предприниматели страдали, многие даже разорились. Поэтому, конечно, то, что Национальная палата предпринимателей Атамекен провела такую огромную работу и такое решение принято, мы считаем, что это очень хороший шаг для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане.